Внимание! Шокирующая новость! Мы больше не увидим Наре в турецком сериале «Дочь посла». Неслихан Атагюль в своем посте в Инстаграм объявила об уходе из сериала. Актриса призналась, что хоть она и пыталась проявить толерантность, но ее организм его проявлять не захотел. В конце обращения актриса понадеялась, что встретится скоро со своими поклонниками в новых проектах. Команда сериала опубликовала следующий пост. «Мы были вынуждены внести изменения в сценарий и нашу историю ввиду проблем со здоровьем нашей актрисы Неслихан Атагюль Дугулу. Поэтому мы с сожалением сообщаем нашим зрителям, что в новых сериях мы не сможем больше увидеть нашу дорогую госпожу Неслихан. Мы от всего сердца благодарим любимую Неслихан Атагюль, которая исполняла одну из главных ролей в нашем сериале «Наре», за самоотдачу и весь тот вклад, который она внесла в нашу общую работу до сегодняшнего дня. Желаем ей скорейшего выздоровления». Как вам такая новость? Как же сериал будет без Наре? Что придумают сценаристы? Может, вместо нее будет другая актриса? Посмотрим, как выведут ее персонаж. Очень жаль, что актриса покидает сериал. Но пожелаем ей здоровья, ведь это главное. Подписывайтесь на канал, здесь всегда свежие новости о турецких сериалах и актерах.